Вы знаете, то говорите прежде всего вот эти слова. Господи, а какие слова? Мир дому всему. Слушайте, вот это и есть самое главное. Они угашали силу огня. Там, где, вы знаете, там, где, помните, написано апостолы, они находились в боязнь, закрывали дверь от опасения трудел, они были в страхе, их сковал страх, Господи, нас примут римляне, нас повяжут, нас распнут, нас убьют. И в этот момент приходит Иисус, какое слово говорит? Ах, вы трусы, нет, мир вам! И в этот момент что? Пришел мир. Мир как река. Послушайте, Бог нам дает сегодня пророческое слово. Сегодня много чужды огонь разгорелся. И Бог, слушай, я хочу, чтобы ты, Николай, Марья, Иван, Павел, чтобы были мои пожарники. А где пожарники? Да не об этой пожарной машине. У нас иногда такие мышления. Разрушьте храм сей. Да ты что? Ты за три... Да Господь не о том Иерусалимском, а о своем теле. Правильно же? Ой, вы знаете, берегите закваски фарисейской. О, Господи, мы хлебом. Господи, настрой нас на твою волну. Аминь. Аминь. Очень важно. Мир. Дому всему. Скажите это слово.